Готовим. Еще одну луковицу мы режем кольцами или полукольцами и обжариваем. Добавляем раздавленный чеснок. Мы его потом, когда мясо поджарится, когда лук поджарится, мы вытащим его. Он придаст аромат нашему блюду. Так, пока лук доходит, мы солим наше мясо по вкусу. Теперь наливаем воду. Воды должно быть столько, чтобы она не покрывала наше мясо где-то на палец, на полтора пальца. Выбираем функцию мяса или курица, нажимаем и ждем. Приятного аппетита!